Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Рао ТВ, и вы замечали тут небольшого такого не обращать внимания, это какой-то приколист запарил всю комнату. В общем, продолжаем с вами играть в игру под названием RDR 2. А, как вы все помните, в прошлой серии у нас было довольно прикольное событие. Это был покер, причем, сука. Мы выиграли хорошие часики, плюс еще собрали данные о кое-какой семье, довольно солидном, и мы уже, в принципе, начинаем быть нормальными людьми. Нормальными людьми, которые живут в городе. Посмотрите вокруг, что происходит. Раньше мы были в каком-то побомжи. Сейчас вокруг нас суетолог. Вон усатый только что проехал, все видели? Знаете, такого в ТикТоке суеток? Вот он, блядь, едет. Видите? Это он, это суета большая, огромная. Так, а мне можно спить повозку? Не буду этим заниматься. Собственно говоря, мы с вами собрали данные и, наверное, будем готовиться к ограблению. Пока что неизвестно, будет у нас это ограбление или нет. Мы получили данные, как все помните, там была какая-то выписка с расчетными этими данными. Но пока что вроде как она нас и не волнует. Ну и покер, собственно говоря, мы выиграли, получили прибыль. Так, давайте мы подойдем к незнакомому человеку. Не знаю, что это у нас за миссия такая. Вот, и после того, как я к нему уже подойду, мы с вами, ну, я включусь, вы поняли, да? Включусь. Вот, сука, все время забываю, как на лошадь садиться. Так, собственно говоря, мы уже подошли, простите, тут кто-то, простите. Вот этот чел, наверное, да, незнакомец-то, поговорить, ну-ка. Надеюсь, это не доп-миссия, да? О, это когда же, о, Мика наш, дорогой друг, ну-ка. Мистер, отца Америки? Ужасный прием, погоди, Это, наверное, помощник, да, наш? Погоди, это другой ебло-то. Почему это интересно? Да, нихуя себе, ограбили чувака, еще нас на работу, блядь, устроили. Вот и вот бы, блядь, так всегда было. Сейчас сюда садит, сука. Да, я подумал, это наш чувак, а это, короче, он также одет. Это другой. Это какие-то индейцы вообще, блядь. Да. У сука, какие прием это было в прошлой серии, если помните, а переезд был, когда мы переезжали на новое место. Короче, это индейцы, же, американцы, это же в ковбойских фильмах, там все время это было, вот эта вот тема. Короче, как нас. Вот суки. Да вообще твари, блядь. Каково идет речь? Бля, Артурочка вообще молодой, да, конечно, я его нормально так постриг в прошлой серии. Нихуя, нет, блядь, вот это уже отлично. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Да, сука, за бесплатно не буду это делать. I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man, I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. Откуда у них бабки-то? Или погоди, у них затруднительное положение? Ну-ка. I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head and two stakes, my friend. Не, такой интересный, блядь, сука, вот этот чел. Like you, I've been running for as long. Да, похожая ситуация, я уже говорил. And like you, my time here is now undone. Нам надо в другую страну вообще съебывать, судя по тому, что нас везде ищет. Thank you. You meet my son. Он не сказал, кстати, сколько заплатит. Вы заметили? Мы спросили его изначально. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. We must try. Не выебывайся, блядь, молодой. У нас сейчас этот, как его, все батьки сейчас делают, все нормально сделают. Сука, вот этот мелкий меня вообще сбесил. Немного.
We've been waiting, yeah? I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Короче, этот мелкий такой, блядь, интересный. Он, сука, захотел, чтобы мы выполнили всю работу бесплатно. Встретись с парящим орлом возле фабрики Cornwall Kerosene and Tar. Вроде бы так прочитал. Да куда ты все, сука, бьешь эту лошадь? Нормально, на лошадь не могу все запрыгнуть. Она от меня убегает. Тихо-тихо. Да я не хотел, я, сука, кнопки путаю. Знаете, в чем проблема, блядь, RDR 2? Я вам сейчас скажу. Так, а что у нас миссии вырубило? Годи, стойте-ка. Миссию у нас вырубил, что ли? Он сказал, типа, приехать куда-то, но, типа, миссия у нас не началась. Не знаю. Давайте сюда поедем тогда, окей. Типа, это просто то, какая-то, это, как его, миссия, которая потом мы выполним, да, я так понял? Ну, типа, у них проблема, он сказал куда-то съездить, блядь. Но куда съездить, блядь? Я, типа, эта точка не указана на карте. Или погоди. А, или погоди, стой. Вот эта вот масочка, которая только что была, да, на карте? Нет, это у нас что-то такое, это представление какое-то. Не, погоди. Да короче, ладно, ну типа, хуй знает. Сказали куда-то доехать, но я типа не знаю, где это место. Это, наверное, доп-миссия какая-то. Я что хотел сказать по поводу этого, как его, блядь. Давай, беги уже, беги, беги. Она не бежит, наверное, потому что в городе. Я хотел сказать то, что очень плохо то, что Rockstar сделали кнопки F и E в разных частях GTA. То есть мы с вами сейчас играем, дорогие друзья, в GTA 4 на данный момент. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите плейлист, я оставлю его в подсказках. Мы сейчас играем в эту игру, и я не понимаю просто, почему Rockstar решили поменять кнопки войти в машину или на лошадь сесть. То есть, типа, почему здесь это не F, и почему там это не E. То есть из-за этого я путаюсь. Я нажимаю на кнопку F, а он вместо того, чтобы сесть на лошадь, он начинает ее бить, хуярика, очень конкретно так. Но я не понимаю, типа, в чем прикол, почему, зачем так, вообще зачем так сделали. Это неудобно конкретно, если, например, какой-то фанат GTA играет, там, не знаю, в RDR 2, ему, конечно, будет неудобно из-за этого. Что я хотел сказать, индейцам я, конечно, хотел помочь, но, к сожалению, они почему-то, не знаю, метки тут нет никакой. Это, видимо, какая-то доп-миссия. Ну, хорошая лошадка, да-да-да. Да пошла в жопу ему, тёлка, какая нахуй мне до твоих проблем идиотских нахуй надо? Да иди нахуй в жопу, ты чё за мной прицепилась, алё? Да ничего не скажу, иди нахер, чё за домогательство-то ебаное? Ты, я, блядь, вообще мимо ехал. Сука, доебались прямо на конкретном месте. Это, знаете, это как маркетологи, которые хотят что-то, какую-то хуйню вам продать, и точно так же за вами едут, короче, и... Ну, не знаю, в интернете там, типа, хотите уйти с сайта, и вам тут везде, блядь, баннеры, короче, прочее. Короче, бред полнейший, и, собственно говоря, мы из этого бреда уходим. Все, я бегу к этому, как у нас там называется следующая миссия, это у нас... Эй, так вот. Точка маршрута, нет, не точка маршрута называется, наша следующая миссия. Точка, короче, ладно, мы сейчас увидим, наверное, да? Поэтому давайте. Я просто, мне интересно было, с кем будут миссии. Я бы примерно тогда понимал вообще, чем идет речь. S.A. S.A. Это S.A. это кто? Это Сэдди, бля. Сэдди, я не помню, кто такой. А, Сэдди это вообще тёлка какая-то. Бля, я не помню такую. Это новобранец, наверное. Да, что-то в этом духе. Бля, Артурчик вообще красавец. I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. Yeah? If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. Нихуя, ну-ка. Блять, у меня уж самого голос упал какой-то тёлки. Вы заметили, у тёлки прокуренный голос? У меня точно такой же стал. If you more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Да-да-да. Ну-ка. Да, обязательно закурить надо. Без курева, блядь, в катсцене это не катсцена, без курева. Да пускай возьмем, чё, дёк-то, ну. Давай эту тёлку возьмем. О, Ленни тоже норм, кстати. Ну, сука, да не надо, блядь, Мика. Не надо его нахуй.
Он, я скажу так, то, что Мика реально нормальный пацан, но, блядь, после него суета ебаная. Чё за подстава, я не понял? Чё за приколы, чё за грим? Засада ебаная! Хуё, а как они так сделали? Как они сделали, чтобы башка, короче, не упала? Это ж по физике, блядь. Ну, опять же, наша любимая физика, блядь. Любой части GTA, любой игре, блядь, физика у нас самое главное. Он должен был упасть по логике. Но, к сожалению, почему-то не упал. Ладно, насрать на этого чувака. Это было довольно забавно. Я скажу, что, дорогие друзья, если вы... ну, у вас будет какой-то праздник или похорон, то, блядь, сделайте такую же херню, реально. Это как, знаете, неожиданный удар, но, к сожалению, не удался, потому что кто, правильно, Артурчик профессиональный стрелок, его такой хуйней не напугать. Но, блядь, я бы сам обосрался, не на шутку. Представьте, такие, блядь, стоите, просто, не знаю, на даче там, блядь, сидите, и к вам в ворот такая хуйня заезжает. Эй, ты чё толкаешься? Заберитесь до парадного входа. Блядь, опять что ли у Дрисколь? Так мы же их прижучили уж давно. Чё они тут забыли-то, блядь? Сука, тёлку с сиськами не трогайте, это моя тёлка, алё, я сам её ебу, когда хочу. Твари, нахуй. О, давай, Штраус, быстрее, вот самый мозг операции, блядь, остальных шлюхи на них насрать, главное Штрауса защитить, нахуй, реально. Так, это наши пацаны, отлично, стреляем, на, нахуй, в бошку, я, блядь, даже прикрываться не буду. А, ой, это наш, погоди, ёбаный. Так, погоди, надо всё-таки прикрыться. Да куда ты, ё-моё, так, Киран тут, ё-моё, отлично, на, нахер. Так, ну ладно, у нас продолжается опять перестрелка. Да куда? Воу, на ходу прямо. Учись, ё-мы, стажёр, ебач. Ёбаный, точнее. На. Давайте, это тир приехал, это, знаете, передвижной тир. Знаете, есть цирк, короче, хапито, который катается туда-сюда. А есть тир, блядь, ебаный, который приезжаешь и вы, типа, свои навыки тренируете. Так, это пацаны тоже, блядь, по погрузчику бит. Не знаю, у них еще фетиш такой, что ли, что погрузчика надо убивать без этого. Блядь, ёбана. Фига они заштурмовали меня. Че у нас миссии такие-то сложные? Начинается контрольная точка, конечно же. Вы не вернулись в Шельбель. Конечно, вернулся, потому что умер. И теперь мою голову тоже отпили. Ты будут, короче, на лошади возить. Интересно, лошадь вообще понимаешь, что на ней труп едет, как бы? Или... О, кстати, я заметил, что игра нас сейчас поставила в такое более выгодное положение. То есть, типа, видите, прикрытие какое. Это не я стал так. Так, ну ладно, сейчас завалим всех. Я хотел сказать, у них что, реально фетиш, типа, на отрубленную голову, что ли? Бля, вот это он прямо в рожу попал. Второму, видите, два труба, короче, поехало. Вот это мне нравится так. Блядь, да какого хуя так палят-то, ё-моё? Да помогайте, пацаны, алё! Настроим всего! Или сколько-то реально настроит, да? Вот мне кажется, знаете что, дачу все время делают такое вот упреждение на каком-то объекте, а сам потом уебывает. У меня такое ощущение. Может вот этих вот типа задних стрелять, а передних не надо? Пацаны вот вообще вот в любой игре, сука, вот как будто никто не стреляет. В Rocket League мы с вами играли, кстати, если смотрели, то, блин, посмотрите, там тоже мяч мы пинали, и нихуя не происходило, только я один играл. Тут то же самое, блядь, абсолютно. Вот сейчас надо прикрываться, сука, сколько их тут? Сейчас они будут выбегать будут. Вот этого... вот видите, сколько их много, сука? Вот, блядь, можешь пистолет доставать? Чё? А, погоди, у меня вообще вот что есть? Блядь, да погоди, сука! Погоди! Ой! Нафига вообще эти прикрытия, если они вообще не помогают? О, смотрите, пропустить можно. Shift, ну давайте пропустим. Правый shift, да это? Я ни разу этого не делал, честно говоря. Пропустить, ну-ка. Чё за кнопка вообще? Типа пропустить чё, миссию, что ли? Нахуй тогда миссию выполнять, если их пропустили. Так, погоди. А, это... Я понял. Ну, кстати, это прикольная тема для тех, кто пройти не может. Много времени для таких, как я. Экономим время для короткометража. Так, понял. Сейчас все сделаем. Блять, о! Погоди, а кто это вообще такие? У них маски на голове? Как они вообще видят в этом балахоне? Или что это у них? Я тебя выстрелил, как ты выжил-то? Вообще такое ощущение, что повреждений не было. Бля, мундштук нормально у меня, вот прямо щемлю. Это, наверное, пушка какая-то другая, да? У меня вроде не было такой. Да, это винтовка ебаная. Миссис Сэдлер. Выпрыгните в окно. Сука, Артур, тебе за такое сиськи помять вообще надо после этого. А расслабиться только в путь. Так, Сэдди, это же наша, да, тёлка-то? Бля, пули свистят, ему только в путь. Воу! Она тут сама нормально разбирает. Блядь, тихо.
Да, вот так вот, вот так вот. Ну ладно. У-у-у, попка прорисована. Неплохо. Она хотела да-да-да, поразбираться. Старый карабин, давай-давай. Самодостаточная тёлка. Да знаете, вот фемки, ебать. Ты ж такие же. Хотя нет, она вроде нормальных мужиков. Ладно, все. Молодой расходится опять же. Моя миссия расходиться в каждом. Блин, да кто я тебя только стрельнул? Ты чё? Успокойся, мужик. Сука, как будто против соседей своих вою, знаете. Тоже на скрип. О, даже на лодке штурм. И World of Warships, ебать. Так, тихо. Тихо-тихо, прикрываемся, пацаны. Самое главное тут не расслабляться. Тут, видите, из точки в точку, такой штурм, знаете, как GTA, реально. Вот, блядь, реально, когда с первой миссии, знаете, первую часть, первую миссию, обязательно посмотрите, если смотрели с самого начала. Я оставлю вам плейлисты и подсказку. Там вот прям вот реально я почувствовал все то, что будет в этой игре. Вот именно такие перестрелки. Это их основная доля. Так, ладно. Блядь, тёлка нормальная, кстати. Вот тёлка вот реально нормально сейчас разносит. Те пацаны, которые там стояли, они вообще нихуя не умеют. Смотрите, как тёлка быстро всех убивает. Я даже почти сам... Куда так быстро-то? Куда? У меня хп, я сейчас сам обосрусь-то. Ща раз, блядь. Так, это наши. Это наши. Не, миссис Эдлер сегодня нормально, миссис Эдлер. Как говорится, что в кровати, что, блядь, на перестрелке. И так умеет, ему. Ствол у нее свой имеется. Сверху и снизу. Трусы? А, трусы, блядь. Алло, Киран. Погоди, это кто? Это наш? Ебать, у нее просто все тело в крови у этой тёлки. Мистер Пирсон, мисс Гримшоу. Already taking care of it. Come on now. Не, я до сих пор не понимаю, как он мог проехать на лошади и не упасть. А, ну да, мы же тогда убежали же от него. Я немного даже забыл, даже давно это было. Сука, они все равно нас нашли. And our opportunities. Ну да, мы рядом с городом, в принципе, это логично. Дальше говорит дело, но и Артурчик тоже не пустозвонит, блядь, потому что нас нашли у Дрисколи, и наших тёлок-то будут ебать каждый день-то, я так понял. Судя по всему. Если они налет такие совершают крупные. Засмотри хотя бы еблоту, кто там? Или понятно по маске? Понятно. Никаких указаний не выполняют. Ну что там у нас? Опять Артурчик рассуждает. А, понял, Киран, ты тучил, короче, который, помните, мы вначале его поймали, он там присоединился, и его сейчас убили. Тоже оставлю серию. Да, дневник ведет. Как у него, блядь, с такими перестрелками он целый остался? Его да по-любому продырявили этот дневник, я уверен, просто на 100%. Домино можешь сыграть. Так, ладно, нам сейчас не домино. Нам нужно бежать, конечно же, на следующую миссию. Кто у нас там? Дач, видимо, судя по всему. Следуя наводке Бронте, Дач собрал информацию о трамвайной станции. Опять же, ограбление, судя по всему, у нас будет сейчас, да? И давайте я уже доеду, а потом уже вернусь. Так, мы подъехали, Дач, наверное, должен быть где-то здесь, в салоне, как обычно, блядь, сука, он меня так бесит, он постоянно бухает, его вообще никакие проблемы, судя по всему, не волнуют. Так, сюда, да? Нет, место, куда? Сигар, блядь, нет, погоди, не сюда. Да я не знаю, обойти, не обойти, где тут вообще вход-то, блядь, обойти нельзя. Не видишь, я тут ищу, тут, видимо, он в сигаретном магазине, там, вейпик покупает себе, или что там, большую сигарету, или трубку вообще, нахуй. Хуй его знает, сейчас мы найдем. А, вот он, да, сидит здесь. Так, все понял. Наши люди. Вот именно, Чего, блядь, он только что говорил, что надо остаться. А, на корабль, нихуя. Я же говорю другую страну, другой материк, блядь. Блядь, отлично. Ебать.
We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to. Блять, Артурчик, у тебя, сука, несколько тысяч баксов в кармане. Чё ты пиздишь-то? Есть тебе бабки? Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few. Бля, быстрое ограбление? Цены, походу, быстрое ограбление. Now we need money. Bronte said this place. Так, одевай маску, давай быстрее. Ебать, на туре быстрое ограбление, без плана даже. По приколу заходит. Это что за трансвестит такой ебаный? Что-то у нее. Так, на! Ой, блять, я не хотел, чувак, просто левую только мышь сорвалась. Прицелиться. Но я не буду тебя убивать. Ограбить надо, да, его? Я его ограбил, да, вроде как. Сейчас ограбим всех остальных. Так, все, давай, серебряная пряжка, блядь, что-то вообще. Сука, там на кнопку никто не нажмет красную. Так, эту хуйню тоже надо ограбить. Давай, 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 бабки, сука. Вон, 5000 долларов у тебя, еще и мой перстень есть какой-то. Че тебе еще надо, сука? Я про Артурчика. Блять, я не хочу прицеливаться. Давай, давай, открывай, открывай, открывай ему быстрее. Времени мало, еще надо ехать отсюда. Сука, я тебя нахуй сейчас пришью, серьезно. Давай быстрее, иначе я сейчас замок стрельну ему, тебе мало не покажется, отвечаю тебе. Давай, 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 руки подними, блять. Заставьте кассира открыть сейф. Открывай сейф, ё-моё. Вон у тебя сейф справа. Попизди мне еще тут, сука. Так, опустошить сейф. Ну сколько там? Ну там, кстати, реально мало. Бля, бабла нихуя нет. Он заныкал все, сука, куда-то. Всех нахуй вырубим. Идите отсюда. Трамвай. А там этот как бы ничего не скажет, да? Он по рельсам едет, отлично. Его даже водить не надо, хули там кто-то сидит. В Таити, блядь, конечно. Воу! Это как, знаете, это как миссия, опять же, GTA San Andreas, сука, это перестрелка, ё-моё, на ходу. Вот такой я уважаю, уважаю, уважаю. В переулках, ну-ка, ну-ка. Блядь, да они повсюду, судя по всему, здесь. Получай! Получай! О-о-о! Так, ну-ка, чтобы перейти на другую сторону, используйте Z. Так, ну-ка, 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 ну-ка. А нам что, нас защищать-то, не понимаю? Типа, нам защищать надо что-то, что ли, или что, или как? Или просто всех расстреливать? Так, там кто-то еще есть справа. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Оу! Прямо в касочку попал, в каску. Ой, блядь, еще сверху тут стреляет. Блядь, комбо тут дохуя. Кстати, заметили, все улицы пустые абсолютно стали. Все пустые. Куда все люди пропали? Так, ну нужно притормозить. Блядь, не работает нихуя, старая коряга. Выпрыгиваем нахуй. Воу! А это повозка, как бы, она не видит, куда едет. Как бы тут трамваи, как бы тут рельсы, блядь. Вообще-то надо обязательно уступать трамваям, если вы не знали. Обязательно надо уступать. Потому что у них нет никаких светофоров, между прочим, я скажу вам. Здесь. Так, нас еще не поймали, то хорошо. Блядь, уже тут все, пиздец. О, опять перестрелки наши родимые. Ну, как всегда, блядь. Слушайте, а что у меня за пистолет такой? Так, ну-ка, ну-ка. На, нахер. Блять, я вам дробью стреляю, какого хера не попадают-то? Пистолет точнее намного, лучше его взять. Мобильный точнее. О, попал, у них винтовочки. Дач, куда идти-то? Дач, давай, ты можешь копироваться и дубы. У меня уж скоро глотка высохнет от таких событий, которые происходят в RDR 2 постоянно. Вы замечали? Какая уже на этот раз перестрелка у нас? Кстати, у нас и в GTA 4, и в RDR 2 перестрелки постоянно почему-то. Заметили, довольно часто они стали у нас. Так, ну-ка. На балконе, погоди, я сейчас одного пришью, и потом... Блять, откуда они там заспавнились-то? Сейчас винтовку... А, у меня нет винтовки. Очень круто. Да уж. Бля, все абсолютно куда-то делись. Ведь реально подстава ебаная. Всего лишь пару долларов забрали.
хотя бы хоть что-то. Лучше бы мы в покер, ё-моё, играли, как в прошлый раз, тогда бы все выиграли. Блин! Ау! Живым или мертвым? Опять же. Сука, сколько их там? Ааа! Копов дохуя, реально, вот я не шучу. Это как, знаете, как 5 звездочек, да. Блять, их реально много. Больно! У меня даже бутылки нет, наверное, с собой. Сколько, где они там все? Так, вот один. Так, вот он еще тут стреляет. Отлично, попал сквозь деревяшку. Это довольно редкое явление. Так, следуйте за Лени. А, Лени-то с нами, блядь, точно. Что-то я про Лени, от Лени ничего не слышал. Так, ладно, он пока стреляет. Видимо, план придумал какой-то. Отлично, блядь, такой весь грязный. Не очень красивый. Ну ладно, сейчас время не для красоты. Время нам нужно сваливать отсюда. Так, дальше. Блядь, так где? Я не знаю, почему. Откуда тут столько копов-то? Мы всего-то пару долларов спиздили. Да получается, если ты угрозу делаешь, тебя нахуй сразу весь город ищут. Это нереалистично как-то, реально. Такого не должно быть. Тем более, так быстро копы не могут приехать. Хоть даже это если и город. Он же такой большой город-то, блядь. Это уже не только мы одни преступники, блядь. Ну это пиздёж полнейший. Не может быть такого. Да, реально, какого покоя, Артур прав. Блядь. Каракатица ёбаная. Прямо видели, как скрутило его. Ну-ка, оп! О, нормально, снайпер элит, напоминал. Арт на рабочий экран, блядь. Давай уже убивайся, ему. Чё мне два чека? Не люблю, когда вот вокруг да около... хп мало. Да куда идёте? Вы... Сколько я тебе выстрелил в живот? Там же показывали сцену, алё. Да как ты живёшь? А, это другой чел, всё. Всё, залень стрим. Блядь, хп мало, пиздец, бутыльку пей. Бутыльку срочную! Так, бутыльку, открытый пузырек с лекарством. Пить. Отлично, выпили. Так, все. Так, тут сверху тут еще выебывается у нас. Никто, все, уже убили. Вот. Так, ну-ка. Да! Я не понимаю этих копов, че. Я же в него попадаю! Хер ли он не дохнет? Так, пошли, босс, пошли. Да ё-моё! Отлично. Не знаю, я его не видел, но попал каким-то образом. Все, за Лени следую. Блять, сколько же тут у вас чуваков. Смрад, какой-то смрад. Чернодырия. И копы одни только. Шанс вперед. Давай, да. Блять, нихуя все по пулям ему. Ну тут выжить вообще невозможно. Это только в игре так возможно. Сука, я тебе только что всадил пули. Я не знаю, как они живут. Такой грубый, грозный взгляд, как у Терминатора. Блять, мне что, пуль кончил? А, нет, нормально. Все нормально, продолжаем стрелять. Да угомонись уже. Так, бегом по воске, давай быстрее. Я надеюсь, меня сейчас не убьют, потому что мне, наверное, придется все сначала. Так, все, повозку нашли, я думаю, сейчас проще будет. Все, садимся. Погнали, все. Кто ведет, я? Я веду, да, все, отлично. Стреляйте, пацаны, убивайте, дач, вы до кого, ё-моё, чё? Блять. Или погоди, или это чел ведет? Нет, я веду. А это что делает? Ничего не делает, что ли? Он же второй водитель. Прям на хвосту ему. Теперь от хвоста надо избавляться. Тут такая же ситуация, как GTA. Блять. О, люди появились хотя бы где-то. Все, ускоряемся. Дальше, давай, отбивайся, я уже заебался. Бля, люди бегут просто. Куда они бегут, непонятно. Да, чему? Чё ты не можешь справиться? Тут всего лишь три копа, алё. Куда? Сука, ебанутый. Чё, лошадь вести надо? Шляпа упала. Ну, блять, как мы не врезаемся? Слушай, а я могу отстреливаться просто? То есть я могу же не вести, да? Да, я могу не вести. Я могу только стрелять. Действительно, почему бы нет? Блять, как только не попадает в Лени, я просто офигею. Он реально бронебойный мужик, судя по всему. У него, видимо, из тела созданной стали. Так, ну ладно, надо просто из города свалить, в принципе. Но с другой стороны, нам теперь нельзя появляться. Блять! Это плачевно. Че, воду? Да ничего, прорвемся. Там еще сверху стреляют, как они забрались. А, нет. Так, хоп. Способность метки глаз. А все, я всех убил. А как она взорвалась? У нее что, был динамит, что ли, в руке? Так, прорвались, отлично, да. Ну, не так эпично, как GTA San Andreas, когда мы с байком перелетали на большую такую штуку.
Там тоже был взрыв. Ну, вроде оторвались. Но это по сюжету у нас розыск. То есть. Интересно, вот написано в розыске награда 215. Держите, кто нам награждает этими деньгами нас? Хотя, может быть, это за нас награда. Какая-то хуевая награда, всего лишь 14 тысяч рублей, просто за того, чтобы чувака убить. Ну, точнее, да, либо убить, либо привести живым, который очень особо опасен. Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Да. А копы такие, типа, глупо остались там. Сколько мы там получили? $15, сука, косарики ебаный. А, четвертак. Да, конечно, четвертак. Нельзя забыть. Погоди, а кто сказал эту инфу? What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. А, это тот чел, я все понял. Это тот чел, помните, который главный-то был, которому тусовались. Он сказал, здесь можно ограбление сделать, и он нас типа обманул. Сука, ну это же его город, блядь, подстава ебаная. Вот же подстава, вот лицемерная тварь, блядь. Even after that, especially after that. Да. Походу нас ожидает еще одна перестрелка. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Да Ленни вообще красавчик, серьезно. У нас с ним ни одного плохого дела не прошло. И попойка нормальная с ним была. Ему вообще, в принципе, с ним братья такие, я считаю. Я считаю, Лень это самый четкий персонаж в данной игре. Он не выебывается, он спокойный. Кстати, как и та тёлка, которая, помните, ковбой, она тоже довольно хорошая, она не выебывается. И ведет себя примерно так же, как Артур. Сука, мы грязные все. Ну ладно, думаю, на этом можно закончить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Конечно же, в следующей серии, я думаю, продолжим. Мы ограбим банк очередной, чтобы свалить уже кораблик. Ну а в другой уже материк. Вот, возможно, попадем в какое-нибудь гавайское место и прочее. Всем удачи, на скорую всем. И сегодня у нас, скажем так, я расскажу по поводу конкурса. В общем, для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам необходимо поставить лайк, делать репост любого выпуска себе в социальную сеть, написать, что вы участвуете в комментариях. А после этого вам нужно зайти в ссылку в описании видеоролика, который вы смотрите, и заполнить небольшую форму. А, во-первых, ваш никнейм, это тот ник, который у вас на ютубе, вы его пишите вот сюда. Социальная сеть. Ну, не знаю, ссылка или никнейм в социальной сети. Если, например, Telegram это никнейм, если ВКонтакте, то это ссылка. К примеру, вот, типа, это мой никнейм. Ссылка на профиль YouTube для проверки лайка, то есть то, что вы поставили лайк, обязательно убедитесь, что у вас открыт плейлист понравившегося видео. И игра. После этого нажимаете кнопку «Отправить». Я у себя это все фиксирую, как вы видите, ответы. Отдельный пользователь. И вижу вашу анкету. После того, как я заканчиваю игру, я провожу конкурс. Если вы победили, я вам пишу по вашим реквизитам, которые вы указали, вручаю ваш выигрыш. Выигрыш будет 500 рублей. Вот, стандартный розыгрыш, но мы разыграем каждую игру. То есть вы понимаете, 500 рублей на каждую игру. А игры у нас могут быть короткие, длинные, а вы можете вообще принять участие во всех играх. Так что запомните, поэтому такая стоимость. Участвуйте в конкурсах, всем желаю удачи, всем до скорого, всем пока. Добавлю то, что нельзя участвовать никаким фейковым страничкам. Я забыл об этом сказать в видеоролике.